Здравствуйте. Так, сегодня на лекции мы с вами поговорим на тему подготовительные и вспомогательные процессы при выполнении земляных работ. По плану занятия сегодня у нас это познакомиться с составом подготовительных и вспомогательных процессов. Мы поговорим о разбивке земляных сооружений на местности, затронем тему водоотвода и водоотлива, понижение уровня грунтовых вод. Основная цель занятия – это изучение перечня подготовительных и вспомогательных процессов при выполнении земляных работ. Когда мы говорим о подготовительных и вспомогательных, то здесь сразу возникает вопрос о том, что что-то предшествует основным видам работ при разработке подземной части здания. И эти работы, они непосредственно влияют на ход выполнения основных процессов строительных. И их необходимо выполнить до начала земляных работ, да, которые мы, как принято называть, называем комплексом, да, земляных работ. И вот в целом подготовительные процессы осуществляются до начала разработки грунта, а вспомогательные до или в самом процессе возведения земляных сооружений. Давайте поговорим, какие работы мы относим к вспомогательным, какие работы мы относим к дополнительным. Значит, подготовительным вспомогательным процессом, непосредственно связанным с разработкой выемок и возведением насыпей, относится разбивка земляных сооружений, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод. Значит, разбивка на непосредственном нужна, да, для того, чтобы мы могли правильно разработать наш котлован в нужном месте с нужными отметками. Сейчас мы более подробно остановимся на каждом из этих пунктов. Вот, водоотвод, водоотлив, водопонижение необходимо для того, чтобы на площадке у нас отсутствовала вода, да, то есть в котловане либо в траншее мы могли спокойно вести строительные работы, да, которым не будет никак препятствовать появление уровня либо грунтовых вод, либо поверхностных вод. Ну и все это как бы связано с уровнем грунтовых вод в целом в воде, да. Временное крепление стенок выемок, искусственное закрепление грунтов и разрыхление плотно своего грунта. То есть если у нас котлован разрабатывается глубиной более 3-5 метров, ну, более 5, давайте так скажем, да, то нам необходимо крепление. Выполнять крепление стенок котлована, закрепление, либо выполнять котлованы с откосами, да, которые помогут нам производить строительные работы без каких-либо нарушений, ну и тем самым создадут безопасное, возможно, безопасное проведение строительных работ на уровне подошвы фундамента. В некоторых случаях возможно необходимо искусственное закрепление грунтов, когда уровень котлована там более 50 метров, а грунты слабые, то здесь приходится использовать такие методы, как битумизация или синтезация грунта, то есть искусственное закрепление грунта. Ну и разрыхление плотных грунтов, если у нас строительство непосредственно в твердых слоях, в твердых породах грунта. Ну, разбивка земляных сооружений. Значит, в целом разбивку котлована начинают с выноса и закрепления на местности в соответствии, конечно же, с рабочими чертежами, да, где оси координат принято пересечение взаимно перпендикулярных осей здания. Вертикальную отметку привязки здания производят
геодезическому реперу государственных разбивочных сетей, да, при этом отметку репера переносят на строительную площадку с помощью специальных приборов, таких как нивелир, и закрепляют его на соседнем здании, да, или на какой-то неподвижной металлической трубе, да, ну, то, что будет прочно закреплено в грунте, да, и не будет перемещаться во время ведения строительных работ. Да. При этом производство земляных работ на площадке разрешено только после выполнения всех геодезических работ, связанных с разбивкой площадки. Как я вам уже и сказал, да, устанавливаются определенные соответствующие разбивочные знаки при помощи нивелиров, теодолитов, ну и более современных тахеометров. То есть устройств, которые позволяют правильно оценить высотное положение наших будущих возводимых конструкций подземной части здания, ну и вообще правильная их привязка внутри котлована, а также котлована относительно к другим постройкам на данной территории. Да. В целом для детальной разбивки осей здания, обозначения контура котлована и закрепления на местности служит строительная обноска. Да. Данная обноска может быть выполнена по, так сказать, периметру всего здания, и она как бы непрерывная. Да. Прерывная обмостка в целом, она удобнее, да, так как при этом не затрудняется движение строительных машин на объекте. Да, вот, поэтому устанавливается обмостка данная с использованием геодезических инструментов, которые, видите на рисунке, выставляются параллельно продольным либо поперечным основным осям, да, которые образуют определенный внешний контур здания, да, на расстоянии. При этом, конечно же, обеспечивается неизменяемость положения в процессе возведения подземной части здания, да, всего строительства. При этом все данные с разбивочного чертежа выносятся на эту обноску. Да. На обноскости отмечаются оси, значит, они могут быть закреплены гвоздями. Да. Сами оси продольные, поперечные, ну, визуально реализуются при помощи натягивания проволоки, допустим, да, или какого-то шнура. Ну и крепление в дальнейшем происходит уже на гвозди. Да. Для нахождения знака крепления, да, для удобного нахождения знака крепления, оси при производстве работы обычно определяются штырями, да, арматурой, может быть, на строительной площадке. Да. Вот. Эти арматурные стержни, забиваемые в грунт, выступают над поверхностью земли, чтобы они были визуально заметны, да, на определенном расстоянии от обноски. То есть заранее принимается определенное расстояние, это может быть там, 3 метра, это может быть там, 5 метров, ну, общий, для того, чтобы можно было в целом понимать, какое расстояние с каждой стороны у нас от объекта. Далее у нас сама разбивка сооружений состоит из установления и закрепления их положения на местности. Разбивка осуществляется при помощи геодезических приборов. Да? Ее начинают закрепление на местности в соответствии с проектом строительства. После этого вокруг самого котлована, как вы видите на рисунке, на определенном расстоянии, в метрах от бровки, да, параллельно разбивочным осям, устраивают обноску. Обноска состоит из забитых грунт, как я говорил, металлических стоек или определенных столбов, да, и прикрепленных к ним досок. Да.
толщина не менее доски 40 мм. Она как бы должна иметь обрезную грань, которая обращена кверху, и прикрепляется не менее чем на три столба горизонтально. Да? Ну, можно использовать также и металлическую, в принципе, обноску. Да? Для того, чтобы обеспечить доступ на строительную площадку, устраивают определенные разрывы в обноске. Да? Если есть уклон, то, ну, строительство, допустим, на неровном каком-то участке, то делают определенные уступы. На вот этой вот металлической или деревянной обноске необходимо обязательно разметку оси осуществляют краской. Да? Вот, а поверх котлована, после его отрывки и по низу также, да, какие-то другие характерные точки отмечают видимыми полушками или вехами. По окончанию, уже после возведения подземной части здания, эти разбивочные оси переносят на цоколь. Для линейно протяженных каких-то сооружений, ну, таких как траншеи, устраивают только поперечные обноски. На прямых участках, ну, через трассы, ну, в районе 50 метров. При этом с закруглением в районе 20 метров. Да? Обноску устраивают на всех пикетах, на точках перелома трассы, то есть везде, где это необходимо. Да? И после уже возведения подземной части основные разбивочные оси переносят также и на цоколь. Следующий вид подготовительных и вспомогательных работ – это у нас водоотвод и водоотведение. Да? Значит, как показано на рисунке, в случае, если у нас имеются рядом близлежащие канавы, какие-то дренажные системы, то защита котлована или траншеи непосредственно сводится к отведению поверхностных вод от котлована путем устройств дренажей, да, водоперехватывающих, нагорных или водоотводящих каналов, или системы каких-то дренажей, от самого канала. Да. Вот, при этом продольный уклон лотков или канав назначают в зависимости от рельефа местности, но при этом уклон должен приниматься не менее 0,003. Да? То есть небольшой уклон в любом случае у лотков канав должен. Да? На размеры лотков и канав методы их крепления влияют притоки воды, возможные притоки воды, да, и скорость их течения. То есть все зависит от того, какой объем, от какого расчета объема воды вы отталкиваетесь, насколько нужно нам отвести воду, да, с какой скоростью данная вода может течь, да. То есть вокруг места будущей выемки, вокруг котлована, могут только с нагорной стороны устраивать водоотводные канавы, да, чтобы поступающая данные канавы вода могла по ним легко отвестись в пониженные точки местности. Да. При этом стенки и дно канав при необходимости могут быть дополнительно укреплены, да, различными абсолютно материалами. То есть это может использоваться дерн, камень, дерево, либо любыми какими-то другими материалами, которые могут помочь закрепить наши стенки дна котлована. Да? То есть данный вид работ, он очень важен и необходим, поскольку
В случае, если этот вид работ не будет выполнен, то, конечно же, это может привести к большим последствиям, да, уже по окончанию или в начале или в центре ведения подземных работ, да, что может привести еще к полному разрушению. Да. При наличии большого количества грунтовых вод, да, то есть когда уровень грунтовых вод довольно-таки высок, то осушение на строительной площадке могут производить при помощи дренажей. Да, данные дренажи могут быть открытого типа или в виде подземных закрытых водостоков. Да? Что такое закрытый водосток? То есть закрытый водосток – это закрытая дренажная система, да? То есть глубокая траншея, которая может быть заполнена определенным видом фильтрующих материалов, да, которые будут пропускать и впитывать в себя определенное количество воды. Да. При этом на дно траншеи укладывается гравий или щебень. Крупность этого щебня может достигать до 50 мм, да, либо мелкий гравий, да, размером там, до 10 мм. Затем крупный песок, то есть это такая послойное устройство, да, для защиты от загрязнения на песок укладывается слой мха, да, или торфа. Да. При этом траншея заполняется не менее чем на полметра. Да. При достаточно больших притоках воды дренажи устраивают из керамических, бетонных, либо же деревянных. Да? То есть в этом случае на дно траншеи укладывают на вырытый, да, водонепроницаемый слой, расстилают слой глины, на которую укладывают трубы. Да? Все это засыпают потом, ну, строительным материалом, либо это может быть песок, либо опять же гравий. Да? Ну, то есть тот материал, который пропускает, да, дренирующий материал. Вот. Далее для доступа воды в дренажный изготавливают с отверстиями. То есть сквозь эти отверстия вода через дренажный материал проходит, попадает в трубы, и уже по трубам отводится от предполагаемой выемки. Да? При этом, если трубы без отверстия используются, да, то их укладывают с определенными зазорами в стыках. Зазоры принимают на расстоянии 2-3 сантиметров, да, для того, чтобы вода могла просочиться в данные трубы. При этом есть определенное значение ширины траншеи при ее глубине заложения. Да. Если глубина заложения до 2,5 метра, то ширина 0,8 метров, да, дренажной траншеи. Если глубина заложения от 2,5 до 6, то наименьшая ширина принимается там, от 8 до метра. А в случае до 12 метров – 1,5 метра. Да? Как и я вам говорил ранее, дренажные траншеи укладываются с определенным уклоном в сторону водоприемника или водоотведения. Может быть обычно, допустим, какая-то канава, либо, может быть, приемный колодец, да, и вот по магистральному водоотведению туда отводится вода. Да. Величина уклона для закрытого дренажа не менее 5 соток, да, используется. Тысячных, пятитысячных. Ну и здесь вот вы на рисунке можете увидеть несколько, да, вариантов ножа. Да. Первый вариант – это гравийно-песчаным заполнением. И второй вариант – это с трубой. Ну и вот посмотрите на слои, из которых состоит дренаж. Да. То есть крупный гравий, мелкий гравий, затем песок, торф, глина, ну, либо же труба. Да. То есть при этом цели по использованию данного дренажа могут быть абсолютно разными. Да? То есть цель может быть, допустим, осушительная,
Сейчас, секундочку. Цели могут быть по использованию дренажей разные. Это осушительная, да, когда у нас есть избыточное увлажнение, то есть наличие грунтовых вод, да, в почве. Цель может быть аэрационная, то есть когда усиливается определенный газообмен тяжелоглинистых почв на территории, допустим, различных объектов. Да. Ну, в основном такой тип аэрационно применяется при ландшафтных работах. Да. Ну и по принципу своего действия дренажи могут быть систематическими, то есть равномерно распределенными по территории, либо выборочными, которые могут охватывать, ну, некоторые контуры территории, да, осушаемые, да, и головные. То есть когда в избыточном количестве присутствуют подземные воды, да, поступающие на ту территорию, которую нам необходимо осушить. Вот в данном случае мы можем использовать данный вид того или иного дренажа. Водоотлив. Способ водоотлива применяют в том случае, когда у нас незначительный приток воды в выемке. То есть незначительный — это когда определенного количества специальных средств, там, искусственного водопонижения нам нет необходимости устраивать, мы можем как бы применить водоотлив, да, и в данном случае как один из вариантов это открытый водоотлив, да, то есть он применяется для откачки воды насосами непосредственно из самого котлована или траншеи. Количество насосов, количество точек для откачки подбирается, исходя из количества воды непосредственно заполняемых котлован, от вида воды, то есть поверхностная ли вода, или это подземные воды, ну, определяется по расчету, да? При этом грунтовые воды направляются по специальным водосборным канавам и приямкам, зумфам, так называемым зумфам, да? Это небольшие углубления такие, куда собирается вода. И далее она уже при помощи насосов начинает откачиваться. Да? Данные водосборные каналы устраивают шириной по дну от 3 до 6 метров, глубиной, допустим, от 1 до 2 метров, ну или с каким-то уклоном. Да? Сами приямки могут быть раскреплены, либо выполнены в шпунтовой стенкой, да? Ну, чтобы предотвратить осыпание боковых стенок выемки. Открытый водоотлив из котлована или траншей, да, при помощи подобных зумфов, да, как мы и говорили на рисунке, вы как раз видите процесс, где применяется водоотлив при притоке воды, да, вот в такую выемку, откуда насосом рядом стоящий неподалеку механизмом высасывающим, да, то есть погружается специальный насос с трубой на определенную глубину, да, то есть там рукав, высота обычно не превышает 5-6 метров в силу высасывающей мощности данного насоса. Вы видите раскрепление с целью недопущения обрушения самой стенки, да? Ну, таким вот способом происходит выкачивание, откачка воды. И при этом в самом котловане или траншее, которое разрабатывается в непосредственной близости к данной выемке, мы не наблюдаем появления грунтовых вод, да, потому что на определенном расстоянии ниже у нас идет
откачивание, да, что как бы по руслу и направлению воды или просто по грунту она как бы выше не имеет возможности быть поднятой. Ну и если говорить о, так сказать, достатках или недостатках, то к открытому водоотливу можно отнести следующие недостатки, да, то, что это снижается прочность основания, на дне выемки затрудняется разработка грунта, то есть определенные требуются раскрепления стенок выемок, да, как вы видели на рисунке, то, что могут от влаги дополнительно стенки обрушаться, да. Приток воды может вызвать ослабление основания, расположенных рядом со строящимся объектом. Поэтому здесь есть ограничения, да, то есть используются в основном в глинистых и песчаных грунтах, да, с определенным коэффициентом фильтрации. Не больше, там, не меньше, да, в данном случае не менее 1 метра в сутки. Искусственное водопонижение грунтовых. То есть это тоже один из способов или методов понижения грунтовых вод, которые используются при поступлении и притоке воды в выемку. Да? В данном случае понижение грунтовых вод мы обеспечиваем за счет устройства специальных скважин, да? Бурением скважин, которые мы располагаем по периметру возводимого здания котлована, да, применяется данный метод в грунтах, где поступление воды, фильтрация более 2 метров в сутки, да, водопонижение в данном случае обеспечивает не подмывание дна котлована, потому что бурение происходит ниже уровня отметки подошвы фундамента, да. Ну и в данном случае можно использовать, допустим, несколько способов искусственного водопонижения, да, основными из которых это погружение иглофильтрами, это вакуумные установки и электроосмотический метод. Да. Ну, о каждом из них мы сейчас подробно с вами поговорим. Да. Способ иглофильтровый, да, это использование специальных стальных труб с фильтрующим звеном в нижней части. Это водосборный коллектор и всасывающий насос. Да? То есть, когда мы по периметру нашего котлована используем стальные трубы погруженные, то есть предварительно бурится отверстие по периметру, в него погружается стальная труба с специальной нижней частью, да, в которой есть определенное отверстие, через которое будет всасываться вода, да, фильтрующее звено, такое, наконечник специальный, да. Далее на поверхности все эти иглофильтры соединяются определенной трубой, тоже называемый коллектор, да, и подсоединяются к насосной установке. И уже через эту насосную установку непосредственно идет как бы вытягивание воды, да. Ну вот на схеме, как это выглядит, представлен слева котлован. Вы видите, что по периметру котлована у нас есть определенные отверстия, куда погружены наши иглофильтры, да, путем бурения отверстий, да, или нагнетания, допустим, в трубу иглофильтра под давлением воды. Далее, поступая к основному конечнику, вода опускает шаровой клапан, кольцевой клапан, да, отжимает при этом кверху, ну и закрывается зазор между клапаном и наружной трубой. Да. И когда вода всасывается из грунта через фильтровое звено, клапаны зажимают обратное положение, да, то есть не позволяют воде назад утекать. Да. При этом применение иглофильтров, оно эффективно в чистых песках, то есть есть определенные, да, как бы тоже требования, и в песчано-гравилистых грунтах. Наибольшее понижение уровня достигается, когда используется ярус фильтров, ну,
около 5 метров, да, то есть на понижение. При этом фильтры, они позволяют при одноярусном расположении понизить уровень грунтовых вод на 4-5 метров, да? А при двухъярусном их устройстве до 7-8 метров, да, вот как вы на рисунке видите, то есть по ярусам, когда делят, то тут у нас увеличивается, да? На расстоянии устанавливаются иглофильтры от бровки котлована на не менее полметра, да, или траншеи. Ну, узкие траншеи глубиной 4 метра или 5 метров, да, осушают обычно одним рядом иглофильтров. А более широкие, тут уже нужно использовать двухрядную систему. Да? То есть однорядная будет, в принципе, недостаточно для того, чтобы осушить стенку котлована, да? Осушить дно котлована. Следующий вид – это у нас вакуумный способ понижения, или инжекторный его еще называют. Да? Данный вид водопонижения используется в мелкозернистых грунтах. Да? Это пески, это суписи, это илистые грунты, да, у которых коэффициент фильтрации от 0,02 до 1 метра в сутки. Да. При работе вакуумными установками возникает принцип вакуумного высасывания. Ну и здесь как бы схематично представлен принцип работы данной установки. Да? То есть в данном случае у нас фильтровое звено эжекторного типа, да, работает по принципу легкого иглофильтра. Да? А вот надфильтрное звено состоит из наружных труб, которые вы видите на рисунке, да, с определенными эжекторными насадками. Да? В рабочую воду там под определенным давлением подают кольцевое пространство через эжектор насадку, и она как бы устремляется вверх по трубе. Да? В результате изменения скорости движения создается разрежение, да? Что как бы обеспечивает подсос грунтовой воды. Да? И вот в данном случае вот этот вакуум, который создается на глубине иглофильтров, обеспечивает весь необходимый интенсивный такой вот отсос воды, да? Ну и как бы за счет этого вода, которая высасывается, направляется в определенный резервуар, да? Ну и, а избыток за счет вот поступления этой грунтовой воды, да, откачивается другим низконапорным насосом и может сливаться самотеком. Да? Ну и третий вид искусственного водопонижения – это электроосмос. Да? Электроосмос используют в основном для расширения области применения иглофильтровых установок с коэффициентом фильтрации от 0,05 метров в сутки. Да? В этом случае наряду с иглофильтрами в грунт на расстоянии от полуметра до метра со стороны котлована погружают стальные трубы, да, на глубину, которая, в принципе, идентична погружению иглофильтров. Вот, на данной схеме представлен способ использования электроосмоса, где иглофильтры подключаются к отрицательному катоду, да? А трубы или сами стержни, они подключаются к плюсу, аноду. Вот данные электроды, если вы обратите внимание, располагаются в шахматном порядке. Да? То есть шаг при этом катода и анода равен 0, ну где-то от 0,75 до 1,5 метра. Да?
При этом в качестве источника электропитания обычно могут применяться простые сварочные аппараты. Да? Ну, мощность определяется, опять же, исходя из силы тока. То есть там в амперах измеряется. Да? На один квадратный метр площади в среднем напряжение до, допустим, 60 ватт. Да? И вот под действием, получается, тока вода в порах грунта начинает перемещаться по направлению к иглофильтрам. Да? Поэтому благодаря способу электроосмоса коэффициент фильтрации может резко повыситься. Да? Допустим, ну, там, я не знаю, 5 или 10 раз. Да? То есть, ну, довольно-таки, кратное можно заметить увеличение, да, действия. Ну, вот схематично вы видите, как под действием электроосмоса вода начинает движение в сторону катода, да, который выполняет, ну, роль стержня, да, в данном случае. Ну, данный способ применяется, когда уровень грунтовых вод более 20 метров, да, способ водопонижающей скважины. Ее устраивают в обсадных трубах. Да. При этом методе может использоваться один, два или целый комплекс скважин, да, то есть не ограничивается количеством. Скважины используют глубинные насосы, то есть здесь, так как глубина уже ниже, нужны артезианские, да, допустим, или высоконапорные насосы. При этом в зависимости от вида грунта может использоваться водопонижение, водопоглощение, да, с определенным наклоном, то есть может использоваться различные комбинации, да. В случае, если у нас работа ведется из подземных выработок, да, то они пробуриваются при помощи специальных станков и могут иметь любой наклон. Да. При этом также необходимо использовать окружение самой выемки, да, вот как вы видите на рисунке. То есть здесь зависит от размера котлована, ну, опять же, притока воды в котлован. Так, ну вот на этом наша лекция закончилась. Мы поговорили с вами о способах водоотведения, говорили о предварительных работах, которые предшествуют разработке непосредственно котлована и траншеи. Следующей темой у нас уже будет обеспечение устойчивости стенок котлованов и траншей во время их разработки. Ну, это уже будет следующая лекция. Всем спасибо.